Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре будет магнитола для Toyota Land Cruiser Prado, артикул PF347. Вот так вот она у нас выглядит. Здесь отдельно у нас идет кнопка аварийки. В комплекте идет коса для подключения. Да, она большая, но зато подключаются все штатные функции. Соответственно, здесь у нас подключение для планшета. Планшет мы сейчас рассмотрим. Сюда у нас подключается кан. Кан идет в комплекте, он вставляется. И RXTX вот этот, это идет в магнитолу, там есть отдельный слот под нее. Данные фишки у нас идут все под штат, здесь уже все запиновано, все, что нам нужно, так что подключение не составит вам какого-то труда. Рамка выглядит вот так, сюда у нас переставляются все штатные воздуховоды, крутилки, сюда прикручивается штатный планшет, ну не штатный, а наш планшет. Тут заглушка, если что, переставляете туда свою кнопку, которая у вас имеется. Если нет, то оставляете заглушку. Все крепления перетаскиваем со штатной рамки клипсы. И все, и рамка готова к монтажу. И здесь уже у нас будет прикручен наш планшет. Здесь все собираем, фишки подключили и вставляем. Что, давайте теперь перейдем, посмотрим на сам планшет. Ну что, теперь давайте перейдем к самой магнитоле, к самому планшету. Это у нас Light 1.16, 10 дюймов, большой планшет. Вот так мы имеем сзади, здесь доп. Разъемы для подключения дополнительного оборудования. Я сейчас покажу ему. Здесь у нас вход под антенну, под GPS и фишка для питания. Давайте посмотрим, что у нас идет в комплектации. Вот так в пакете покажу. Это у нас GPS-антенна, также, соответственно, USB, давайте я вскрою, покажу, что у нас все-таки. GPS-антенна, двухсторонний 3M скотч, отлично держится, рекомендуем для вывода в стойку на вот таком вот соединении болтовом. Также в комплекте у нас идет, в комплекте идут RCA-выходы, здесь у нас и видео-выходы, здесь у нас видео-ин, видео-выход, еще один видео-вход. Выход под AUX и выход для усилителя. Два USB разъема, один на 4 пина, другой на 6. И камера заднего вида. Теперь давайте подключим, посмотрим, что у нас там внутри. Ну что, наша магнитола запустилась. Такое вот меню нас встречает. Магнитола шустрая. Давайте полетаем по меню. На главном экране нас встречает время. Плеер для проигрывания музыки, треков, радио и навигация. В нижней панели также есть навигация, телефон, это у нас Bluetooth подключение. Применить это, заходим сюда, это у нас непосредственно наше основное меню. Можно выбрать темы, темы разные, кстати, они еще шьются. Можно прошивать, если у вас есть прошивка, то можно ее и прошить. И выбрать разные темы, это все у нас можно найти в интернете, музыка и радио. Давайте же перейдем к телефону, Bluetooth это главное в магнитоле. Здесь у нас имеется название и пин-код от магнитолы. Это кто у нас подключен. Сюда не могу перейти, потому что нет подключения у меня. Если нажать кнопку поиска, он найдет телефон. Соответственно, через телефон это все дело подключение. Дальше у нас это здесь музыка, записная книга, вызовы. Это пропущенные, исходящие, входящие и набор телефона. Руками это все можно нажимать. Дальше. Радио. Колонка сейчас никогда не подключена. Так выглядит у нас радио, автопоиск, он начнет поиск именно по станциям, все станции он найдет, он их автоматически занесет вот сюда. Соответственно, здесь у нас можно вот так вот свайпать, и 18 радио можно запомнить. Дальше, темы я уже показал, плеер для музыки, соответственно, здесь у нас есть проверочные треки, вот так у нас выглядит, здесь можно взад-вперед, эквалайзер, отсюда же можно перейти, либо перейти с основного меню. Так вот у нас выглядит. Ну, достаточно большой эквалайзер для 1.16. Многие могут вам дать только высокие, средние и низкие частоты. Здесь же их у нас намного больше. У нас есть пресеты, у нас есть также баланс и кнопочка loud. Это у нас, грубо говоря, усиление басов. Объемности звука он добавит нам. Навигация. Навигация у нас еще не скачана, но мы, например, берем и устанавливаем Яндекс.Карты. Обычно мы устанавливаем сразу Яндекс.Навигацию. Теперь у нас выходим отсюда, нажимаем кнопку навигацию и мы загружаемся в Google. Но сейчас мы погружать ее не будем, потому что карта ни одна не прогружена и он в данный момент ничего не видит. Так что выходим отсюда, заходим применить. Это же у нас есть
наше основное меню. Анимация загрузки, можно ее выбрать, Bluetooth рассказал. Вот есть видео. Можно посмотреть на картинку, но через телефон я не смогу вам ее передать прям полностью. Я вижу, есть какие-то колебания от дисплея. В принципе, качество картинки отличное. Экран у нас здесь четкий, яркий. Нажимаем на паузу, выходим, заходим опять в меню. Диспетчер файлов, там у нас лежат все установочные файлы. Карты показал, музыку показал, настройки чуть позже. Радио также. Установочка ПК файлов, это если мы с флешки что-то, например, доустанавливаем какие-то приложения, которые мы скачали с компьютера и загружаем сюда. Color, цвет, подсветка кнопок, которая вот здесь будет меняться, в данный момент не подключена. Но это возможно. Easy Connect – это у нас дубляж телефона непосредственно в магнитол. Facebook. По UX можно вывести камеру переднего вида. Поисковик – это Google. Play Market, куда же без него. Он нам нужен для установки приложений. Соответственно, любых там YouTube, еще что услуги, Яндекс.Музыка. Все, что хотите, оттуда все скачиваем. Также можно скачать обычный установочник и переместить его именно вот сюда. Quick Pick – это у нас картинки. Настройка мультируля. Как хотите, так и запоминайте. Например, вот вы не пользуетесь кнопкой Back, мы можем ее поменять, например, на вызов там, голосового ассистента. Spotify и Waze. Это что у нас касается именно приложений, которые установлены здесь. Зачем-то я зашел в Facebook. Нам нужны настройки. Настроек здесь много. У нас есть как настройки автомобиля, так и настройки самого планшета. Планшет это у нас также Android. Соответственно, здесь у нас есть шторка. В шторке мы выбираем Bluetooth, Wi-Fi, погасить дисплей. Очистка памяти, все как в телефоне, так и здесь. Соответственно, яркость можно убавить, но при включении фары у вас будет автоматически он приглушаться. О планшете. Это у нас, видите, 1 гигабайт, 16 внутренний. Для 1.16 работает очень быстро. Держал в руках и похуже магнитолы. Ну, не хуже, естественно, намного хуже. Настройки автомобиля. Здесь у нас много разных настроек. Соответственно, кому интересно, можете поставить на паузу. Также есть еще заводские настройки. Там информация для установщиков, обычному обывателю не советую. Может что-то выбрать, либо не тот кан, и у вас все перестанет работать. Так что здесь можно поменять траекторию движения. Это у нас линии, если они у нас крутятся, парковочные линии, можно просто добавить. В общем, много настроек. Так что, друзья, вот такая вот магнитола была на обзоре. Всем пока!